Беременность – это всегда очень неожиданно и приятно. Правда, на эту новость каждый реагирует по-разному. Сегодня у горячей и холодной очень важный день. Гендерная вечеринка. Эй, Томас, аккуратнее. А где твоя беременная половинка? О, Лили! Я так рада тебя видеть. Ну что, можем начинать? Думаю, мы отлично повеселимся. О, да, мне не терпится узнать, кто у нас будет. Адам просто счастлив, что у нас будет пополнение. Правда, любимый? О, да, дорогая, я на 7-м небе. Ну что, пришло время все узнать? Открывай скорее, Томас. Ого, с ума сойти. Сын, дорогой, у нас будет сыночек. Это так здорово, Лили. Не могу поверить. Ну что, Адам, теперь наша очередь. Интересно, что нас ждет? О, дорогой, это дочка. Так мило. Маленькая горяченькая принцесска. Ребята, можете поздравить, у нас сын. А у нас будет девочка. О, это просто замечательно. Думаю, они отлично подружатся. Я так счастлива. Не то слово, Ники. О, девочки, мы так рады за вас. Поздравляем. Ого, как вас много. Это так неожиданно. Очень мило. Спасибо. Сколько подарков. И это все нам? С ума сойти. Ну, конечно. Вы такие милые. Так приятно на вас смотреть. Вот, держи, Лили. Это тебе. Ого, здесь немного прохладно. Извини, просто не могу сдержать свои эмоции. Девчонки, а вот и я. Ловите очередную порцию подарков. Ничего себе, что-то невероятное. А можно потрогать эту прелесть? О нет, как же горячо. Прости, дорогая, я так волнуюсь. Еще немного, и я превращусь в сосульку. Жутко холодно. О, вот это духота. Ни у кого нет вентилятора. Лили, что с моей рукой? Пальцы совершенно не двигаются. О, нет, горячо. Холодно. Жарко. Только бы не простудиться. Кажется, мы кое-что забыли. Вот, держите. Это вам пригодится. О, то, что нужно. Вот это совсем другое дело. И как мы сразу до этого не додумались. А теперь я. А ну-ка, пропустите. Ммм, здорово. Просто прелесть. Милашки. Так хочется чего-то необычного. Чем бы перекусить? О, Лили, что ты здесь делаешь? Я так проголодалась. Хочешь мороженое? О, ты неисправима. Нет, что-то не то. Может, замороженные овощи? Ммм, хрустят. Нет, снова не то. Ну, конечно, рыбка. Вот то, что мне нужно. Ну что, пришло время пообедать? Так хочется чего-нибудь острого. Ммм, перец чили. Просто объедение. Немного соуса табаско. Колбаска. Упс, это был слишком огненный перекус. Ники, что ты делаешь? Кажется, тебе нужно остыть. О, так-то лучше, спасибо, Лили. Ты очень вовремя. Может, яблочко? Это очень полезно. О, спасибо, но я люблю красные. Отлично. О, ну как же здесь свежо. Совсем скоро тут поселится мой малыш. Все это для тебя, дорогой. Думаю, ему здесь понравится. Только нужно добавить пару штрихов. Супер! Снежное королевство! Просто зимняя сказка! Великолепно! О, моей малышке здесь будет очень жарко! Замечательно! Жду не дождусь ее появления. Отлично! Красная бутылочка, красная пустышка. Идеальный наборчик. Упс, кажется, чего-то не хватает. Ну, конечно, как я могла забыть? Огнетушитель здесь просто необходим. Ну что, дорогой, пришел твой час. Теперь ты будешь жить здесь. Класс! Думаю, все готово. Какие милые малыши! Совсем как настоящие. Ну что ж, приступим. Что же делать с этой штукой? И кто их придумал? Ничего не получается. Да, это не так просто, как я думала. Мой горячий мозг закипает. О, Лили нашла подгузнику новое применение.
Лили, ты что делаешь? Такая забавная. Кажется, у меня есть идея. Нужно посмотреть видеоурок. Угу. Сейчас мы быстренько всему научимся. На первый взгляд, ничего суперсложного. Упс, снег вместо подгузника. Кажется, я перенервничала. Ну да, а у меня огненные кристаллы. Что-то пошло не так. Самое время немного освежиться. Ники, лови снежок. Эй, что это было? Да ладно, я же просто пошутила. Ну, держись. Упс, пора уходить. Ох уж эти волосы. Ума не приложу, что с ними делать. В чем проблема, Лили? У тебя отличная прическа. Хочется что-то поменять. Может, попробовать кудряшки? Да, думаю, тебе пойдет. А, это так неудобно. А вот и я испугалась. Кажется, я могу тебе помочь, Лили. Не переживай, мы сделаем тебе потрясающую прическу. Ну что, начнем? Ты правда поможешь мне, Ники? Да, мои горячие пальцы работают лучше любой плойки. Осталось немного подождать. Ну вот, все готово. Ники, ты такая молодец. Что бы я без тебя делала? О, пустяк. Ну вот, кажется, все. Великолепно. Ты самая лучшая подруга. Я так устала. Отдохну немного. Эта беременность очень утомляет. Что ты сказала, Ники? Ники? Сделаем небольшой перерыв. Похоже, я знаю, как ее отблагодарить. Нужно просто заморозить ей парочку прядей. Ну вот, Ники понравится. Я что, заснула? Ну и ну. О, нет. Сердце. Из замороженных косичек. Лили, я тебя убью. Ну что, может, устроим вечер кино? Неплохая идея. Где же этот пульт? Думаю, я знаю. Ну вот же он. Так, что там у нас интересного? Так хочется пить. Ничего не выходит. О, этот живот. Ну уже. Еще немного. О, нет, я чувствую себя бегемотом. Ты серьезно, Лили? Давай я тебе помогу. О, ты гений, Ники. О, нет. Теплая кола. Такого и врагу не пожелаешь. Ну ничего, я знаю, что делать. Ну вот, другое дело. Держи, Ники. Это тебе. Здорово, правда? О, да. Но я предпочитаю теплую газировку. Кстати, у меня есть идея. Ники, что с тобой? Секунду. Попкорн точно был где-то здесь. Упс. Не тот ящик. Привет, песик. Ну вот, неужели? Самое время перекусить, тебе не кажется? Ну ты даешь. Осталось немного подождать. Все готово. Угощайся. Не перестаю тебя удивляться. Не подруга, а попкорн-автомат. О, дорогой, я так устала. У меня нет больше сил. Что с тобой, любимая? Не стоит так переживать. Совсем скоро все закончится. Нет, мне кажется, все это будет продолжаться вечность. О, теперь я с тобой полностью согласен. Ну вот, я же говорю, это просто невыносимо. Совершенно невыносимо, любимая. Ты можешь присесть буквально на 2 секунды. О, как же горячо. Мое колено, мое колено. Беременная Ники – это тепловой удар в двойном объеме. Ну вот, ты даже меня не хочешь слушать. Все, кажется, полегчало. Так о чем ты, родная? Иди, я тебя пожалею. Поплачь, тебе станет легче. О нет, опять только не это. Привет, Томас. Мне нужно тебе кое-что рассказать. Это просто ужасно. В чем дело, Лили? Я так устала быть беременной. Перепады настроения, боли в спине и все такое. Ну когда это все закончится? Я устала ждать, слышишь меня, Томас? О, кажется, я немного перестаралась. У Томаса 5-я степень обморожения. Давай я тебя согрею. Вот так. Отлично. Надеюсь, скоро тебе станет лучше.
Понравились наши скетчи про горячую и холодную беременных? Хотелось бы посмотреть на их малышей? Напиши нам об этом в комментарии под видео. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше забавных историй на канале Трум-Трум-Вау.